Свободное дыхание. Сделайте глубокий вдох. И медленный, неспешный выдох. Сделайте еще раз. Глубокий вдох. И медленный. Неспешный выдох. Почувствуйте, что происходит сейчас внутри вас. Какие ощущения? Какие эмоции? Сделайте раз глубокий вдох. И медленный. Неспешный выдох. Побудьте еще мгновение с закрытыми глазами. Насладитесь этим моментом. И когда будете готовы, очень медленно, не спеша, открывайте ваши глаза. И мы с вами переходим к нашей следующей практике. Мы вытягиваем руки перед собой, соединяем их, да, соединяем наши ладони, пальцы собраны вместе. Большие пальцы соединены и смотрят вверх. Мы фиксируем положение. И в таком положении мы будем дышать с вами дыхание огня через нос. Вдох и выдох через нос. На каждый выдох удар животом внутрь себя. Что такое удар животом внутрь себя? Это словно мы поджимаем живот. Такое движение, интенсивное втягивание, словно мы пупком пытаемся дотронуться до области нашего позвоночника. Дыхание через нос, вдох и выдох через нос. Девочки, у кого критические дни, вопросы помочь половой системе, то вы не работаете животом. Девочки беременные не работают животом и не дышат интенсивно. Девочки беременные всегда дышат очень медленно. Итак, мы с вами наши ладони, большие пальцы смотрят вверх, фигура наших рук находится примерно на уровне нашей грудной клетки солнечного сплетения. И в таком положении мы начинаем с вами дышать дыхание огня через нос. Вдох и выдох через нос. Не забывайте, на каждый выдох удар животом внутрь себя. Наше дыхание. Старайтесь постепенно усиливать интенсивность вашего дыхания.
Продолжаем дыхание. Интенсивный вдох, интенсивный выдох. На каждый выдох удар животом внутрь себя. Мы делаем последние 3 вдоха и выдоха. И после последнего выдоха кладем руки на колени. Ладони вверх. Глаза. Тело расслаблено. Свободное дыхание. Сделайте глубокий вдох. Неспешный выдох. Закройте глаза, если они были у вас открыты. И почувствуйте все внутренние процессы. Еще раз. Глубокий вдох. Неспешный выдох. Глаза закрыты. Тело расслаблено. Что вы чувствуете в этот момент? Внутри себя. Отпустите весь контроль. Отпустите все напряжение. Почувствуйте энергию, которая наполняет все ваше тело. Сделайте еще раз глубокий вдох и медленный, неспешный выдох. Побудьте еще мгновение с закрытыми глазами. И когда будете готовы, очень медленно, не спеша, открывайте ваши глаза. И мы переходим с вами к нашей практике. Практика очень мощная. Практика, она осуществляет такую некую внутреннюю регенерацию энергии, то есть она очень сильно раскрывает наши энергетические потоки, она очень сильно освобождает от всего нашего внутреннего напряжения, зажатости, блоков, установок, и самое главное, эта практика, она пробуждает очень сильно потоки сексуальной энергии, потоки энергии изобилия и денежной энергии. Как мы с вами будем дышать с этим? Как мы выполняем один сет? Мы будем дышать в 3 проекциях. Наш нижний энерготреугольник, центр нашего энергетического тела и наш верхний энерготреугольник. На каждый энерготреугольник у нас будет с вами 30 вдохов и выдохов. Сначала через рот. Сначала 30 вдохов и выдохов у основания. Потом 30 вдохов и выдохов примерно на уровне солнечного сплетения и области нашей грудной клетки. Также 30 вдохов и выдохов. Потом 30 вдохов и выдохов в области нашей головы. После чего мы сделаем глубокий вдох, задержка дыхания, простучим свое тело сверху вниз, да, осторожно обходя область нашего горла. Мы не стучим, особенно у кого вопросы по щитовидной железе, Слегка, мы только слегка дотрагиваемся, да, дальше
наши руки, простукиваем наше тело, ноги. Это на задержке дыхания, на вдохе. После чего мы сделаем полный выдох и то же самое простучим себя снизу вверх. Потом у нас будет 3 секунды, 3-5 секунд перерыв. Еще один сет сделаем, 30 вдохов и выдохов внизу, в центре и над головой. И опять вдох, задержка, простукиваем сверху вниз, на задержке дыхания, на вдохе. Полный выдох, задержка и простукиваем себя снизу вверх. Девочки беременные эту практику не выполняют. Осторожно, у кого есть вопросы по щитовидной железе, да, область горла мы просто обходим. Итак, мы закрываем глаза и начинаем наше дыхание. 30 вдохов-выдохов внизу. В центре тела. Сверху. Сделав 30 глубокий вдох, задержка дыхания, простукиваем себя на задержке дыхания, на вдохе. Полный выдох. Задержка дыхания, простукиваем на задержке снизу вверх. И вы вдох, и руки на колени, ладони вверх. Глаза закрыты, тело расслаблено. Свободное дыхание. Сделайте глубокий вдох и медленный, неспешный выдох. Тело полностью расслаблено. И мы переходим ко второму сету. 30 вдохов-выдохов снизу. В центре. 30 сверху. Сделав 30 глубокий вдох. Задержка дыхания, простукивание на задержке дыхания, на вдохе сверху вниз. Полный выдох. Задержка, простукиваем снизу вверх. И вдох, и руки на колени, ладони вверх, глаза закрыты, тело расслаблено, свободное дыхание. Почувствуйте, что сейчас, в этот момент, происходит внутри вас, внутри вашего тела. Сделайте глубокий вдох и медленный, неспешный выдох. Сделайте еще раз глубокий вдох и медленный. Неспешный выдох. Ощутите целиком все ваше тело. Почувствуйте,
все внутренние процессы. Сделайте еще раз глубокий вдох. И медленный. Неспешный выдох. И не открывая глаз, соедините ладони в позу намасте напротив солнечного сплетения. Ощутите границы своего тела. Примите все процессы, которые сейчас, в этот момент, идут внутри вас. Сделайте еще раз глубокий вдох. И медленный. Неспешный выдох. И поблагодарите себя за эту практику. Поблагодарите все живое вокруг вас. И поблагодарите Вселенную. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом положите руки на колени. Ладони вверх. И когда будете готовы, очень медленно, не спешите, открывайте ваши глаза. Наша практика на сегодня закончена. Я благодарю вас за эту практику. Благодарю вас за это поле. Благодарю вас за это невероятное состояние. И хочу сказать, что такие практики в клубе дыхания, кто не знает, у меня есть клуб дыхания, это закрытое сообщество, где каждый день я провожу такие невероятные занятия, наполненные энергией. И сейчас в клуб дыхания можно прийти на пробный период на 10 дней за всего лишь 190 рублей и почувствовать, что такое дышать каждый день. Кто хочет вступить в клуб дыхания, напишите «хочу» в клуб, но не здесь, на самом деле, напишите. Если ВКонтакте, то вам нужно написать кодовое слово, для этого напишите не о том, что я хочу вступить в клуб дыхания. Кто в Инстаграм, для вас есть ссылка в папке аккаунта, где написано пробный период 190 рублей. Вступайте в клуб и почувствуйте, что такое дышать полной грудью. Я напоминаю, что пробный период — это для тех, кто ни разу не дышал со мной. Те, кто проходили марафон или были в клубе, это не продление, это именно для тех, кто ни разу не пробовал, сейчас совершенно случайным образом попал на этот прямой эфир и хочет попробовать, что такое клуб дыхания, в котором мы дышим, медитируем, работаем с мышлением. Клуб дыхания, в котором огромное пространство практик, пространство трансформаций, пространство, где открываются сердца, люди освобождаются от страхов, люди становятся свободными, наполненными гармонией, энергией, счастьем, любовью. Клуб — это огромное, огромное такое, даже не пространство трансформации, клуб — это то место, где люди обретают новую. Поэтому, кто хочет вступить в клуб, сейчас есть такая возможность, да, попробовать зайти в клуб и посмотреть, как это так, потому что в клубе мы не только дышим, мы работаем с мышлением, с психосоматикой, и мы меняем свои жизни. Я в клубе полгода, я счастлива. Спасибо, я очень рада, спасибо, я очень рада. Я очень рада вашим ощущениям, это очень здорово, это прекрасно. Я всех очень люблю, я вас всех благодарю за то, что вы со мной, за те, вообще, те годы, проведенные вместе в клубе дыхания, и за то, что вы сегодня, в воскресенье утром, пришли в 8 утра на наши утренние дышалочки. Кто хочет в клуб, присоединяйтесь, вы увидите, насколько клуб — это сильное пространство.
В клубе много всего, кроме дышалочек, потому что мы дышим, медитируем, танцуем, читаем книги, работаем с разных сторон со своим внутренним состоянием, поэтому клуб — это сила. Кто хочет пригласить своих друзей, тоже отправляйте им ссылку, пусть придут в клуб дыхания на пробный период и почувствуют, что такое дышать. Если ваш друг присоединится, потом уже продлит себе уже абонемент, мы за это вам начислим еще и баллы, которыми вы сможете.